Второй Всероссийский форум молодых специалистов «Энергетическая стратегия 2030. Тенденции развития мирового энергетического сектора» — это мероприятие, организуемое в формате большого форума для молодежи. Оно пройдет с 13 по 14 апреля в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ. И в этом году масштаб форума стал еще больше. Тема сферы энергетики, она интересна разным специалистам, все-таки нам интересно рассмотреть ее с разных точек зрения, поэтому сегодня у нас присутствуют ребята и молодежь из 20 городов России практически, и при этом это участники всех разных специальностей, это и международники, это и экономисты, это и биологи, это и физики. Работа форума направлена на обсуждение ряда вопросов энергетической сферы, включающих тенденции развития мирового и российского энергетического секторов, энергетическое партнерство государств, безопасность некоторых источников энергии, рентабельность альтернативы. На самом деле КФУ активно участвует в исследованиях, связанных с энергетической отраслью. И во многом мы разрабатываем те технологии, которые позволят, по крайней мере в нашей стране, возможно еще в ряде стран, повысить энергетическую эффективность за счет использования углеводородов. Для этого в КФУ создана стратегическая академическая единица «Эконефть», которая как раз занимается разработкой и внедрением новых технологий добычи нефти и газа. Причем это относится к тем запасам, которые являются нетрадиционными, и на сегодня это 60% мировых запасов углеводородов. В 2030 году углеводороды останутся на первом месте. Единственное, мы ожидаем то, что уменьшится доля самого грязного топлива – угля. В качестве гостей экспертов на форуме выступили представители ГАУ-центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при кабинете министров, инновационно-производственного технопарка «Идея», научно-производственного объединения «Энергия», стратегической академической единицы «Эконефть КФУ» и другие. По окончании форума все докладчики и слушатели получат сертификаты, а также будет выпущен сборник материалов с лучшими докладами и идеями участников. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.